Ура, кумха, корей,
Чтобы очистить каналы, по которым циркулирует жизненный воздух, йог должен дышать следующим образом. Сначала нужно сделать очень глубокий вдох, затем задержать дыхание. И, наконец, выдохнуть. Можно делать то же самое в обратном порядке. Выдохнуть, задержать дыхание на вдохе, а затем вдохнуть. Это необходимо для того, чтобы ум успокоился и перестал реагировать на внешние раздражители. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада ки? Перечисленные здесь дыхательные упражнения выполняют для того, чтобы обуздать ум и сосредоточить его на Верховной Личности Бога. Савай, Мана, Кришна, Падара, Виндаяру. Преданный Господа Амбариша Махараджа постоянно держал свой ум сосредоточенным на лотосных стопах Кришны. Тот, кто практикует сознание Кришны, должен повторять Хари Кришна Махамантру и внимательно слушать звук мантры, сосредоточив ум на трансцендентной вибрации имени Кришны, которая не отлична от самого Кришны. Сосредоточив ум на лотосных стопах Кришны, человек достигает истинной цели обуздания ума с помощью описанного здесь метода очищения системы каналов, по которым циркулирует жизненный воздух. Заниматься хатха-йогой и выполнять дыхательные упражнения рекомендуют в первую очередь тем, кто сосредоточен на своем телесном существовании. Но тот, кто повторяет мантру Хари Кришна, достигает той же цели только с помощью более простого метода. Процесс очищения дыхательных путей имеет три фазы, которые называются пурака, кумбхака и речака. Пурака – это вдох. Кумхака – это задержка дыхания, и речака – выдох. Эти действия можно выполнять и в обратном порядке. Выдохнуть, на некоторое время задержать дыхание на выдохе, а затем сделать вдох. Канал, по которым движется вдыхаемый и выдыхаемый воздух, на санскрите называются ида и пингала. Конечная цель очищения ида и пингалы состоит в том, чтобы отвлечь ум от материальных наслаждений. Как сказано в Бхагавад-гите, ум может быть как врагом, так и другом живого существа. Его положение меняется в зависимости от того, чем занимается человек. Ум, поглощенный мыслями о материальном удовольствии, превращается в нашего врага. А ум, сосредоточенный на лотосных стопах Кришны, становится нашим другом. Занятие йогой, в частности, выполнение пураки, кумхаки и речаки служат той же целью, что и сосредоточение ума на звуке имени Кришны или формы Кришны. В Бхагавад-гите 8.8 также говорится о необходимости выполнять дыхательные упражнения абхьяса, йога, юктена. Данные методы управления умом не позволяют ему отвлекаться на мысли о внешнем мире. Таким образом, можно постоянно держать ум сосредоточенным на Верховном Господе и в конечном счете достичь его ягти. Людям нашего века очень трудно заниматься йогой, которая предусматривает выполнение асан и дыхательных упражнений. Поэтому Господь Чайтанья говорил
Киртания, Садаха или. Нужно повторять постоянно Святое Имя Верховного Господа Кришна. И ибо это самое подходящее для Верховной Личности Бога имя. Имя Кришна и Верховная Личность Кришна не отличны друг от друга. Поэтому тот, кто сосредоточенно повторяет мантру Хари Кришна и слушает ее, достигает того же результата, что и йог, занимающийся дыхательными упражнениями. Омагьяна Тигранда, Сиагина, Шри Читанья Манобиштам, Мандирам, Шри Гуру, Шри Тапада Хамалам, Шри Гуру Вайшнамовича, Шри Гупам, Саграджатам, Сахагана, Ратнатрам, Дхамтам, Садживаном, Сарабхайтам, Савадхутам, Париджанам, Сахитам, Кришна, Читанья Девам, Шри Радха, Кришна, Падам, Сахагана, Ладита, Шри Шакхавитам, Сча, Эй, Кришна, Каруна, Синдху, Динабам, Джагатпати, Гопиша, Гопика, Канта, Радха, Канта, Намастуте, Тапта, Канчана, Гауранге, Радхи, Бриндава, Нишвари, Пришабаман, Суте, Деви, Паранамами, Халитви, Панча, Калпата, Рупешча, Крипа, Синдху, Дивача, Патитанам, Павами, Бео, Вайшна, Бео, Намо, Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасви Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Пранася Шодхае Маргам Пуракум Хакаре Чакай Пратикули Навачи Там Ядхастхирам Ачанчалам. Чтобы очистить каналы, по которым циркулирует жизненный воздух, йог должен дышать следующим образом. Сначала нужно сделать очень глубокий вдох, затем задержать дыхание и, наконец, выдохнуть. Можно делать то же самое в обратном порядке. Выдохнуть, задержать дыхание на выдохе, а затем вдохнуть. Это необходимо для того, чтобы ум успокоился и перестал реагировать на внешние раздражители. Наставление Капил о преданном служении. Так, система дыхания или прана-яма позволяет нам расширить наше сознание. То есть наше видение должно расшириться. Нужно видеть очень широко, глубоко, то есть во всех направлениях одновременно. Продолжим. Подготовить свою психофизическую конституцию, преданную для того, чтобы можно было понимать положение свое в этом мире, понимать положение Верховной Личности Бога Кришны, понимать наши отношения с Ним. Это произойдет тогда, когда из головы, ну из сознания, скажем, в уме, будет порядок, и сознание уйдет весь мусор. Тогда мы это естественно поймем, какое мы положение здесь занимаем, какое занимает положение Кришны по отношению к нам. И какие наши отношения с Ним. Прана Аяма. Так переводится. Ну так читается вообще-то этот термин. Прана Аяма. Не прана яма. Яма — это ограничение. Прана — жизненная сила. Если мы так произносим, прана-яма, делим на два слова, то мы ограничиваем эту жизненную силу. А-яма, то есть нет ограничений, значит. И другими словами, безграничное дыхание. Научиться дышать нужно. Так, чтобы вы могли прану черпать откуда угодно, не только из дыхания. Прану можно черпать из света солнечного, прану можно черпать из воды, прану можно черпать из продуктов, которые напитаны праной. Праной можно пользоваться и не только для успокоения ума, праной можно также пользоваться как лекарством.
от болезней. Здесь говорится прочистить каналы. То есть, что значит каналы прочистить? А эти каналы, их еще называют нади, это каналы, по которым движется прана энергия. Они имеют такую особенность зашлаковываться. Зашлаковываться эмоциональными токсинами. Токсины, которые появляются вследствие нашего неправильного мышления, неправильной речи, неправильных поступков. Являются эти токсины эмоциональные. Они зашлаковывают эти каналы. Есть такая наука, психосоматика называется. Это причина заболеваний. Не следствие, а причина. И деятельность в уме, в речи или в поступках наших, она обязательно породит эти токсины, зашлакует каналы, если это не связано с Кришной. Если наша речь, наши мысли, наши поступки не связаны с Кришной, они обязательно зашлакуют наши каналы. Эти, по этим каналам не будет бегать или так ходить хорошо прана, потому что там нет места, зашлаковано. Подобно тому, как водопроводную трубу забить песком и впустить туда воду. Вода в конце концов, конечно же, она просочится через песок. Она выйдет с другой стороны. Не так быстро она будет, как его спускать туда. Также и прана, она ходит по нашим каналам. Если канал зашлакован, она все равно, конечно же, пройдет. Но очень медленно. Она не насытит жизненной силой, жизненной энергией наш организм. Здесь говорится, нужно очистить эти каналы этим дыханием. На самом деле дыханием можно прочистить все, что угодно. Говорится, если человек овладел дыханием пранаямы, ему не нужно заниматься хатха-йогой. Он может просто сесть в любом месте, закрыть глаза, сделать несколько вдохов и выдохов, прочистить каналы, которые, как бы ему кажется, еще не прочищены. И на этом остановить свое занятие хатха-йогой. Не нужно делать асаны. Асаны нужны для того, чтобы найти забитый канал. Потому что так осознать, где же канал у меня забит, я не могу. У меня нет знаний еще, нет этого видения тонкого. Поэтому нужен метод и процесс. Хатха-йога или упражнения непосредственные, асаны, позволяют нам выявить это больное место, выявить этот канал зашлакованный. Например, мы сидим, у нас начинает ныть спина. Мы так делаем. Раз и хорошо, она не ноет уже. Да? Но на самом деле мы просто временно закрыли поток праны туда. Прана не попадает в этот канал пранический и не сжигает эти токсины. Сжигает токсины или очищает от этих токсинов каналы только прана и все. Прана это тоже огонь. Очень тонкий огонь. Этот огонь состоит из звука. Такой очень тонкий. Сложно понять, что это за огонь, такой звуковой огонь. Да. Но мы иногда говорим, нас сжигают, да, взглядом. Да, кто-то смотрит на нас, и мы чувствуем этот взгляд. На самом деле это взгляд праны. То есть из глаз выходит поток пранический. И кем он сопровождается, этот поток праны? Умом. Ум направляет пранический поток. Прана для него как колесница. Он на ней, конечно. Это его транспортное средство передвижное. Подобно тому, как Гаруда носит Вишну, Нанди Господа Шиву, Хамса Браму. Прана носит ум. Транспортное средство. Поэтому куда ум просто отвлекет свое внимание, туда и потекет поток праны. Поэтому в момент мантры медитации мы должны думать о Кришне. Туда входит поток праны, уходит прямо на него, на Кришну входит. Как прочищать эти каналы? Здесь Шрила Прабхупада также в комментарии говорит об этом, что нужно просто научиться дышать, задерживать дыхание и выдыхать. И также можно менять. Скажете, какая разница тогда, что можно так или можно так. На самом деле никакой разницы большой нету. Главное, главный эффект, который человек получает в этом случае, это то, что он контролирует ум. То есть он в уме ведет отсчет какой-то, процесс. Но ум никуда не выходит, потому что вы его заняли деятельностью. Ведете отсчет просто, и ум занят. Прана делает свое дело. Она не рассосредотачивается, наоборот, локализуется. Первый такой опыт был пережит
Но я где-то в самом начале своей духовной практики, даже я еще не занимался ничем, но один человек мне рассказал об одном дыхательном методе, и там как раз описывается вот этот метод, вернее, там как раз и был этот метод. Но там второй метод был. То есть вдох, выдох, задержка, вдох, выдох, задержка, вдох, выдох, задержка. И так, в определенном ритме, в определенной последовательности нужно было считать удары сердца, пульс. Сначала в то время я не понимал, зачем считать. Но сейчас я понимаю, зачем это. Ум в это время вовлечен в процесс определенный. Вы делаете вдох, выдох, задерживаете дыхание, считаете до 10. С помощью пульса можно это делать. Погрузиться, почувствовать пульс сердца и считать. Потом опять делать вдох, опять выдох, задержка, еще до 10. Вдох, выдох, еще до 10. И так 5 раз. Потом делается вдох, выдох, уже до 11 считаете. Вдох, выдох до 11, 5 раз. Потом вдох, выдох до 12, 5 раз задержка. И так далее. Каждые 5 раз на одну единицу увеличивать, увеличивать. И с первого раза можно дойти где-то, если человек никогда это не делал, он дойдет, может быть, максимум там, до 13, до 14, вот эти цифры. Потому что ум войдет в такой шанти, непривычной для человека. Человек сразу выключается и засыпает просто все. Очень много праны, потому что входит в это время в организм, в сознание человека. И организм начинает пользоваться этим. Сразу усыпляет живое существо, чтобы не тратить силы. Чтобы ум никуда не вылетел. В это время идет процесс восстановления разных функций психических в нашем организме. Потом по мере занятия такого, ну, таким методом, этот процесс увеличится где-то до 25 раз. 25 раз можно считать на одной задержке. Занимает около часа времени такой процесс. Беда только в том, что нету там Кришны в этот момент. Это в моем случае было. Поэтому я просто наслаждался этим процессом. Мне нравилось. Мне нравилось вот это ощущение безмятежности. Потому что ум никуда в это время не уходит. Он в процессе занят, он вовлечен просто. И потом, когда вы останавливаетесь уже, вы чувствуете, что мыслей почти что никаких нету. Так, примитивные какие-то вспышки, просто вы понимаете, что это не вы. Это просто кто-то вот просто создает определенные какие-то образы. Вы просто со стороны наблюдаете. В этот момент можно как раз погрузиться в Махамантру очень глубоко. Очень будет это, ну, необычно, как она звучать будет, потому что в уме уже нету беспокойства. Этот метод нам нужен для чего? Для того, чтобы почувствовать Наму, святое имя. Какое оно сладкое просто. Почему я эту сладость не чувствую? Потому что я болею. Ум не чувствует это. Почему? Он больной. Его надо вылечить. Убрать весь этот мусор. Мы занимаемся пранаямой во время мантры медитации. Дышим тоже. Правда, это дыхание бесконтрольное, просто как автоматически у нас это дыхание происходит. Но если взять под контроль даже здесь систему дыхания, видите, тоже это непросто. Это непросто, может быть, там полкруга вы пытаетесь что-то, а потом раз, и внимание рассеется. Нужно по более важным делам походить, уметь, чем заниматься контролем дыхания, куда-то выходит. Там самое простое, это просто делать вдох полный, йоговский. И на выдохе повторять Махамантру. Сколько получится? Полностью выдох, полностью выдох. Потом еще раз делать вдох, еще раз также на выдохе. И это не практика, это не основная практика наша. Это просто нужно для того, чтобы успокоить ум просто. Пусть это будет полкруга там, или треть круга. Но ум надо периодически успокаивать. Иначе наша... Воспевание святого имени, оно не будет качественно, не будет приносить нам удовлетворение. Будет просто механическое повторение Хари Кришна, Кришна, и все. А наш ум будет так же гулять. Лучше делать вдох быстрый. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, 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 Рама, 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 Хари. И пока вы делаете выдох, ум никуда не уходит. Он прямо здесь с нами. Он будет внимательно слушать воспевание. Ему будет нравиться это в конце концов. Его природа, на самом деле, погрузится тоже в святое имя. Он там найдет прибежище. Он ищет это прибежище. Он сам устал от этих гонок.
Кришна говорит, что ум — это я. То есть это его энергия, ума. Ее нужно обуздать, воспользоваться ей. И тогда вокруг нас будут создаваться особенные ситуации. Потому что все, что вокруг нас создается, это зависит от нашего ума. Если наш ум такой беспокойный, весь непокладистый такой, ну, необузданный, то вокруг нас события протекают хаотичные какие-то. Мы даже не понимаем, что вокруг нас происходит. Действуем как машины, своего рода, как на автомате. Не отслеживаем, что вокруг происходит. Но это отражение моего внутреннего мира. Мой ум так распорядился, что вокруг меня создались такие условия. И если ум спокоен, каждую деталь можно будет видеть и разглядеть, как она связана с Кришной. Что все вокруг нас, что происходит, все организовано его внешней энергией, энергией Господа. Причем грамотно организовано, очень грамотно организовано. Ничего случайного не бывает. Все четко, прям по плану, все закономерно в этом мире. И все это управляется чем? Праной. Весь материальный космос поддерживается на пране, на энергии праны, которая вышла из глаз Махавишну. Потоки праны первые вышли из его глаз. И мы, дживы, души, которые обусловленные в это время были, но находились в теле Махавишну, мы через его взгляд и поток праны входим в материальный мир. Входим, влетаем в этот материальный мир и начинаем здесь заниматься деятельностью, которая будет реализовывать наше желание. Но все это будет поддерживаться потоками праны. Все пропитано праной, звуком. Прана состоит из звука. Все в этом мире состоит из звука. Нам нужно организовать эти звуковые вибрации. Так, воспеваем святого имени и изучение священных писаний. Чтобы у нас была осознанность. Ишрада Гурвинда Ки. Гирираш Махарадж Ки, Гирираш Махарадж Ки, Бхагаван Ки, Криши Горанитай Ки, Туси Махарани Вриндаван Ки. То есть нам нужен звук. Мы первый звук повторяем святое имя, на нем концентрируемся. И вторые главные звуковые вибрации из священных писаний. Оттуда идет необычная энергия. Это шахти, которая идет из священных писаний, она также сопровождается праной и напитал это все сам Кришна. Мы когда повторяем или произносим какие-то звуки, эти вибрации, они все связаны с Кришной. И так мы устанавливаем эту йогу, связь, через вот эту звуковую вибрацию. Очень важно организовать в нашей жизни потоки воздушные в организме, чтобы в голове был порядок у нас, чтобы не было беспокойств. Для этого нужна пранаяма. Для того, чтобы ум успокоился и перестал реагировать на внешние раздражители. Вот причина всех наших беспокойств. Вокруг нас очень много раздражителей. Очень много. И ум реагирует на них очень быстро, очень легко. Ему даже тренироваться не нужно. Он уже все это знает. Как реагировать на тот или на другой раздражитель. И мы в это время теряем силы. Неосознанно, мы не понимаем, даже это не чувствуем сначала, когда мы теряем. Мы это вечером чувствуем. Когда мы ложимся уставшие, значит, мы очень много сил потратили впустую, раз мы чувствуем усталость. Потому что если преданные силы тратят и распоряжаются ими так, как нужно, он не устанет. Он ложится без устали. Он просто ложится, ему хорошо, приятно очень. Даже если есть усталость, она очень приятная. Почему? Потому что все сделано было правильно. Но если ум занимается вот этой, ну, вот этим реагированием на раздражители, на внешний, туда уходит очень много энергии. Анализ. Мы же подвергаем анализу все. И чтобы подвергнуть этому анализу, нужна сила, энергия. И она уходит на это все. Уходит на речь, уходит на мысли, уходит на поступки. Энергия. Итак, материальный мир, он создан для того, чтобы мы здесь чему-то научились. То есть это учебная программа такого высокого-высокого порядка. Здесь нужно учиться. Не нужно лениться здесь, в этом мире. Нужно учиться. К
Каждый день, каждую минуту уроки, уроки, уроки идут. Нам очень легко будет это делать, если мы будем держать в фокусе Кришну. Или Гуру. Они создают, в конце концов, вокруг нас все эти ситуации. Если мы отдали свое сердце духовному учителю, наша жизнь теперь принадлежит ему. А это значит, что он берется за организацию нашей жизни. Все, что вокруг нас происходит, по милости духовного учителя, по милости Кришны. Поэтому преданный никогда не обижается на ситуации. Никогда не обижается. Он не критикует ситуации, не осуждает их. Он понимает, что за этим стоит Гуру, не Кришна. И раз эта ситуация произошла, она имеет место в моей судьбе. Я должен сейчас очень правильно и грамотно выйти с этой ситуации. Почему? Потому что это учебная программа, которую создал великий Кришна, компьютерщик. И мы в этой программе пытаемся все-таки найти выход из этих лабиринтов. Повороты судьбы наши, это лабиринты. Самые такие опасные повороты тогда, когда тяжелая карма достает нас. Она выходит, не спрашивает нас. Если преданный находится в правильном настроении, карма все равно его догонит, но она догонит его в мягкой форме. Он сразу распознает, что это удар судьбы, и не будет реагировать на него очень остро. Отнесется к этому с любовью, понимая, кто за этим всем стоит. И Кришна очень доволен таким преданным. Он сразу же аннулирует карму. Может быть, процесс дальше уже не развиваться. Потому что преданный распознал Кришну. И Кришна поднимает руки и сдается. Сдаюсь. Ноль. Аннулирует карму сразу же. Она не продолжается уже. Но если преданный не успел среагировать и понять, что это Кришна за этим всем стоит, он думает, я сейчас сам сейчас разберусь с этим всем. Не понимая, что это закон кармы сейчас его догнал. Он думает, что это случайно произошло, не должно такого быть. Тогда этот узел кармически не развязывается, он затягивается еще сильнее. Это значит, опять эта ситуация повторится. Может быть, не в этой жизни, в другой, в других жизнях. Поэтому наш метод сознания Кришны какой? Мы везде видим Кришну. За всем проявлением видим либо Кришну, либо его энергии. Потому что, в конце концов, Кришна управляет всеми энергиями. Ниджа Сарва Шактис. Все энергии управляются праной. И как только возникает перед нами ситуация, которая должна, по идее, вывести меня из равновесия, я должен как минимум сделать хотя бы один или два полных вдоха. Незаметно. Не так, что вас кто-то напрягает, а вы говорите, подождите. И раз задержку там какую-то там, мантру какую-то прочитали, и замедитировали прям, и потом выдох и сказали, спасибо вам, правы. Вы правы. Я не прав. Это однозначно произойдет человеку. Если он сделает вдох и выдох один, он сразу поймет, что эта ситуация, она на самом деле не должна была раздражать его. Не ситуация раздражает меня, мое отношение к ситуации. При этом, как океан говорится, спокойный, в него втекает сока в река, он не выходит из берегов океана. Спокойный, потому что он знает, кто за этим всем стоит. В этом наша удача, что Шрила Прабхупада пришел и дал нам этот, вот это понимание. Он так подробно все объяснил нам, подробнее уже некуда. Понимание этого материального мира, понимание до какой-то степени, кто мы и что мы здесь делаем в этом мире. Мы должны этим воспользоваться. Конечно же, это будет не так-то просто. Очень много материальных желаний. Каналы все зашлакованы у многих преданных так, что прана там не бежит просто. Но преданные всегда уповают на Кришну. Что поделать? Нет у меня сил заниматься лечением своим. У кого-то средств нету заниматься лечением своим. Они просто предаются Кришне, не обращая внимания на болезни свои. Но другая категория преданных, она пытается с помощью вот этих методов облегчить свое существование, чтобы сознание Кришны приносило удовлетворение душе. Чтобы я мог заниматься преданным служением и испытывать счастье.
Для этого нужно нашу психофизическую конституцию держать, ну, в должном образе, в порядке, в чистоте. Если у нас есть возможность заниматься асанами, пранаямой, почему бы этим не заниматься? Для преданного служения, чтобы преданное служение было качественным. Полчаса в день, 20 минут в день, 15 минут в день, 10 минут в день. Да просто одну минутку, вдох-выдох. И посвятить это Кришне. Как подношение Кришне, возьми, пожалуйста. Ну нет у меня больше ничего, вот прана могу поделиться с тобой. Вдох-выдох. Прими, Господь. Каждое дыхание для тебя. Все для тебя. Так думает преданный. Есть категория преданных, которые говорят, хатха-йога это майя. Она сейчас не работает. Она не нужна. Но где об этом говорится? Что она не нужна? Может быть, она не работает в полной мере. Но в каких-то моментах это работает. Вот Капила Муни об этом говорит. Шрила Прабхупада в комментарии это до нас доносит. Что это можно использовать для успокоения ума. Чтобы он не реагировал на раздражители. Нам же это мешает, сознание Кришны. Что нам мешает внимательно воспевать Святое Имя? Раздражители. Раздражители, которые появляются в нашем уме. Мысли. Они раздражают ум просто, и все. И ему ничего не остается делать, как идти на поводу у этих мыслей. Но с помощью пранаямы можно успокоить его. Хотя есть преданные, которым не нужна пранаяма. Они уже успокоили его, они уже знают, как его успокаивать. Им не нужно заниматься пранаямой. Да, для них это бесполезная деятельность. Но тот, кто не обладает таким уровнем, может воспользоваться этим методом. Мы же пользуемся аюрведой. Хотя многие говорят, это не наша философия. Аюрведа, зачем? Но это просто нету полного понимания, что такое аюрведа, что это за наука такая. Аюрведу принес наш мир. Не поверите, сам Баларама. Да, Ананта Шеша. Для нас, для вот сейчасшего мира, для сейчасшего времени. Да ее забыли уже. Ну где-то 2500-2600 тысяч лет назад. Воплощение Ананта Шеши пришел в этот мир, как Патанджали Муни, и возродил обратно, реформировал и аюрведу, и йогу. Йогу и аюрведу просто поднял еще раз, потому что в Кали-югу все равно можно этим пользоваться. Адаптировал просто ее. Не дал в изначальном виде ее. Адаптировал просто. Также грамматику санскрита он дал. Возобновил ее просто. Возродил ее, скажем так, потому что она уже в упадок уходила. Почему же это делается? Потому что есть место этому. Мы должны пользоваться этим. Для чего? Для того, чтобы наше служение Кришне было чистым, достойным, хорошим. Приносило нам удовлетворение также. Чтобы мы могли испытывать эмоциональность, ну, высшего порядка Кришне. Чтобы все наши эмоции были поглощены только Кришной. И для этого нужно там создать условия, навести порядок просто мысли. Такой несложный метод пранаямы здесь описывается. Хари Кришна Вайшнавы, спасибо вам большое. Давайте, может быть, что-то обсудить. Если можно относиться. Валики Прабху, пожалуйста, вот расскажите, у вас драгоценные камни на пальцах, как они помогают в преданном служении, то есть что они конкретно делают? Это не драгоценные, это полудрагоценные. Прана? В камнях тоже прана есть. Камни несут энергию счастья. То есть это души, откуда эти камни взялись? Это души, это же форма жизни камни, они живые. Это души, которые когда-то попали в нирвану, потом вернулись в этот мир, получили тело камней. Но энергию счастья сохранили. Настроение, счастье, блаженство, держится. Оно остается все и приходит сюда, когда джива получает форму камня. То энергия счастья, которую он обитал
Брахма-джоти, она приходит сюда. Это энергия счастья в виде праны. Проникает во все наши сферы внутренней психической, ну, как бы, структуры. И балансирует, приводит в порядок, как бы, некий такой стимулятор, который балансирует энергии, чтобы они не разбегались, не разлетались. Каждый камень несет определенную энергию, энергетику, скажем так. Каждый камень находится под влиянием какой-то планеты. А так как фаланги, они сделаны так, что на каждую фалангу влияет какая-то планета, она здесь прям находится. И опытный астролог, хотите понять, опытный астролог или неопытный, вы подходите к астрологу и говорите, пожалуйста, посмотрите, ну, в кавычках имеется в виду, посмотрите. Посмотрите меня просто, с точки зрения астрологии. Хотите убедиться, настоящий астролог или не настоящий астролог? Настоящий астролог первое, что сделает, он возьмет вашу руку сначала и посмотрит на нее. И вы будете думать, что он смотрит на линии, на руках. Ну, обычно так придет. Раз руку смотрит, значит смотрит на линии. Настоящий астролог не смотрит на линии. Сразу он смотрит, потом он, потом для сочетания, чтобы понять судьбу, да, какие-то события в жизни, которые могут проявиться неожиданно для кого-то. Он потом на линии посмотрит. Но сначала он посмотрит на вот эти фаланги. Каждая фаланга находится под влиянием той или иной планеты. И он посмотрит, насколько планеты влияют на человека, позитивно или негативно. Тяжелая карма сейчас давится, или хорошая карма пришла, какие периоды, все видно. Потом он смотрит на линии на руках, это все совмещает и потом выдает. Выдает решение какое-то. Камни ставятся в зависимости от того, какие, ну, скажем так, какие узлы или какие аспекты астрологические нужно усилить, либо смягчить. Девается камень как раз на эту фалангу. И потом энергия счастья начинает проникать. В зависимости от того, какая болезнь у человека есть. Где? Что такое болезнь? Это несчастье. Камни несут энергию счастья. Они проникают прямо в очаг. В очаг поражения. Человек, например, болит печенью. Камень подберется так, что энергия по руке дойдет до печени, счастья, и разрушит энергию несчастья, вытеснит ее просто. И так печень придет в порядок, без всяких лекарств. Лекарство такое. Это авторский метод Алдаритхама Прабу. Никто им не пользуется, как, ну, в смысле, никто не знает, как это. Но он все видит, знает. Преданные, которые постоянно практикуют это с камнями работу, они тоже это видят, как энергии проникают во всю нашу суть. Это как дополнительный метод просто, и все. Пробу, вы не подскажете, если его почистить каналы тела, как бы вы периодически порекомендовали начинать делать? Диета, дыхательные упражнения, и что бы... Главное, научитесь, это в первую очередь, главное, научитесь регулировать три процесса в организме. Мысли, речь и поступки. Для начала. Следите. Всегда. Даже не для начала. Потом. Потому что именно это будет являться как зашлаковкой каналов, так и очищением. Оттуда появится эмоциональный драйв. Они зашлакуют. Технически или механически, как это делать? Сидите ровно, в любой позе. В какую бы позу вы ни заняли, попытайтесь выявить очаг поражения. Где больно вам? Где боль появилась? Где ноет что-то? Или где вот неприятно? Вот просто, ну вот поднимите правую руку сейчас все. Поднимите. Чтобы она прямая у вас была, туда-назад ее, назад, за голову. Можете помочь даже рукой туда ее, раз, опустите. А этой рукой сцепитесь сзади. И при этом, при всем, сидите ровно. Почти что все достали. Кто-то не достал. А кто-то достал очень тяжело. Сейчас держит и думает, быстрее бы расцепить уже, расцепляйте. А кто-то легко достал. Вот как только вы сели в какую-то позу, заняли какую-то позицию, выявите, где вам больно. И вот это... то место, которое сейчас вам нужно лечить. Оно зашлаковалось. Как лечить? Праной. Как? Сильнее всего прана входит к нам через ноздри. И она сразу омывает два полушария. Хатха. Хатха. Солнце, луна. Плюс-минус. Мужское, женское. Горячее, холодное.
И вы балансируете в это время. Даже когда вы делаете выдох, прана продолжает бежать туда вверх. Прана назад не ходит, она только вперед идет. Поместите нос в больное место. Дышите здесь. Воздух будет ходить здесь в легкие, но прана будет здесь. Почему? Потому что ваш ум здесь. Прана там, где ваш ум. Вдох прям насквозь пробивайте. Выдох. На выдохе расслабляйте больные места всегда. Так вы быстрее прочистите канал. Такой технический йоговский метод. В любую часть тела можете отправить потоки дыхательных. Вдох, выдох. На выдохе расслабляйте. И вы увидите, боль будет уходить. Это значит, токсины сгорают. Но вот эта боль, которая появилась, это не что иное, как сгорание токсинов. Это не суставы болят. Это просто очищается канал. Карма. Это сжигается карма. Дня и диета, как при этом? А? Режим дня и диета, как при этом используется? Режим дня и диета – это средства, которые помогут с этим процессом легко, ну, как бы, пользоваться. Режим дня и питание – это фундамент, это яма, не яма. То есть первые две ступени. Потом только асана идет. И потом только прана-яма. Закалите, говорится, тело асанами сначала. Потом занимайтесь пранаямой. Но сначала яма, не яма. И режим дня и питания относится как раз к этим двум ступеням. Потому что если человек употребляет мясо и пьет водку, он не сможет заниматься йогой, ему невыносимо больно будет. Потому что горят токсины так, с такой силой, в ногах особенно, там тяжелая карма собирается, что о какой пранаяме речь вообще? Нет, сначала надо закалить тело асанами, сжечь более-менее эти все токсины. Потом дыханием заниматься, пранаямой. Потом он успокоится, чувства возьмутся под контроль. Пратьяхара, пятая ступень. Под контролем чувства. Все, вы не раздражаетесь ничем. Он успокоился. Потом тут уже можно в медитацию входить глубокую. А какое дыхание можно использовать, во-первых, в первых трех ступенях? Яма, не яма, хатха. Какое дыхание может как бы прана это сложно? Полная йоговская. Полная йоговская. Имеете знания, да? То есть живот сначала накачиваете, потом грудь. Потом верхнюю часть, как получится, и такой же выдох, вверх сдуваете, грудь опускаете, и живот в себя втягиваете, выдыхаете. И опять вдох, не так сразу грудь поднимаете, а прям последовательно, то есть займите ум, чтобы он следил, вдох, и выдох. Просто дышите, без асан, без ничего, можете сесть в кресло, можете лежать, можете ходить. Не существует никаких штурмовых правил. Психику, успокоить мозг, можно использовать второе упражнение с задержкой. Задержку можно, да. Но не ставьте это целью жизни. Ладно. Это просто средство. Средство, с помощью которого можно успокоить ум. Оторвать его от раздражителей. Внешне. А что значит, говорится, что сто имя и средство – цель? В каком случае это достаточно его как средство? В любом случае средства, это вопрос только нашей веры, насколько вы доверяете, насколько вы верите в Кришне. В любом случае это будет средством. Вопрос только нашей веры. Если наша вера сильная, Кришна проявится мгновенно. У него же и цель еще сам Кришна. Это звук, это тоже прана, имя Кришны. Это звуковая вибрация. Кришна. И так. Пользоваться всегда нужно. Но надо усиливать веру. Сильная вера тоже приведет к всему. Сати, когда Датхичи к ней подошел, и Дакша на нее смотрел, и на Датхичи смотрел, и говорил, что вы здесь устроили, детский сад? Нужно огромные поклонения проводить, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Яги, ритуалы, там столько тонкостей. Датхичи говорит, а Махадева не нужно ничем удовлетворить, вообще никаких ритуалов не надо. Его можно просто позвать. Сильной верой. И Дакша не поверила.
Тогда Дадхиши подошел прямо на глаза у Дакши, взял листок Бильвы, это яблоко такая, дал Сати, вложил в руку и сказал, с полной верой позови Махадева. Без всяких ритуалов, без ничего. Там, где запрещено имя Шивы, у Дакши во дворце, запрещено, просто повторять было. Сати, дочь Дакши, сосредоточилась и просто позвала один раз, сказала Шива. Сильная вера, и Шива тут же появился сразу. Хотя он не хотел туда идти. Просто появился и все. Дакши, ну зачем ты появился, я тебя не звал. Здесь запрещено вообще тебе появляться. Шива говорит, я вообще не к тебе пришел. Преданная позвала меня сверху. Имя и цель, и средства с помощью. Как мне позвать, например, вас, чтобы вы появились? С помощью вашего имени. Я вас зову, и вы появляетесь. Все, и средства, и цель одновременно. Я вас вижу, просто имя ваше. Но это примитивный такой пример. Имя Кришны, конечно же, это не наше имя. Но Кришна, в зависимости от нашей веры, Кришна проявится. Так расширяется его игры, его могущество. Все преданные по-разному к нему относятся. И у него многообразие это проявляется. Потому что каждый преданный что-то новое придумает. Выиграть Кришну в отношениях с ним. Кришну нельзя ничем ограничить, тем более наши веры. Скажите, пожалуйста, вот начинаешь йогой заниматься, допустим, 3 дня подряд, вот минут 15-20, там, сурья намаскар, еще ну, такие, чуть-чуть себе, и потом начинают болеть. Вот простуда появляется, вот, ну, заметила такую закономерность, когда регулярно появляется в йоге как-то 3 дня, и потом появляется простуда, вообще ничего не могут делать. То есть вот насморк. Занятия йогой поднимают наше сознание на высокий уровень. И все болезни простудные, они связаны с этой чакрой. С Ишудхой. И так как вы занимаетесь йогой, вы запускаете верхние центры. То есть верхние центры, Вишудхи, Аджны, чакры, они позволяют нам теперь соприкасаться с духовной реальностью, они готовят нас к встрече с духовной реальностью. И так как эти каналы забиты, скорее всего, у вас, а вы позанимались йогой, вы стимулируете открытие этих каналов. И эта грязь выходит в виде простуды, насморков, кашля и так далее, ангин, скарлатин. Продолжайте. Продолжайте, дышите, больше дышите этими центрами. Больше дышите этими центрами. Вдох, выдох. Прям можно на шею вставать. На шее стоять просто. Ноги вверх. Прям дышите этим центром. Это хорошие на самом деле процессы. Когда простуда появляется и так далее. Просто выходит какой-то пласт тяжелой кармы. И он как раз в этом центре, где это, знаете, это как это переломный момент вот здесь происходит. Мы с нижних тяжелых энергий выходим выше, выше, выше. Тут уже на культуру, на нравственную чистоту уже поднимаем свое сознание выше уже. И потом раз нам нужно соприкоснуться теперь с тонким миром. А потом в конце концов с духовным миром. Вот эта грань, она как бы переломная. От грубых к тонким. И здесь, так как у вас здесь зажато все, а вы все равно занимаетесь, то вы разрушаете это все, в хорошем смысле слова, всю эту зажатость просто уничтожаете. И она выходит наружу в виде болезней. В нашем здоровое время, чтобы хотя бы минимально содержать организм в чистоте, все равно требуется аскеза, как-то уход от этого социума, от экологии, сумасшедшей нашей сегодняшнего дня. Что вы думаете, как это можно сделать? Уйти как? С помощью колоний хозяйственных или... Да, это можно делать, но... Два варианта. Рассматривайте всегда две позиции. Прабхупада говорил, в городах нужно проповедовать.
А жить нужно за городами. Минимум 200 километров. Что делается, чтобы это происходило? Чтобы у Йога-Прабху? Что рекомендовалось Йога-Прабху? Вы сходите, что-то делается в этом плане? Да, в каких-то местах в мире преданные строят общины. Их не так много, но они строятся. Могли бы назвать эти общины, хотя бы минимально. Община в Чулпаке есть, община есть в Венгрии, в Шиварамасвами Махараджа. Община есть в Америке, в Лос-Анджелесе. Община есть в Майпуре, огромная община. Просто люди живут за городом в городе. Майпур — это город уже, но он вайшнавский полностью. А громадный просто мегаполис сейчас построился там, строится дальше. В России так активно нигде не развиваются общины. Мы только сейчас стоим у истоков. Мы изучаем эту сферу, пытаемся ее как бы, ну, адаптировать под нашу систему российскую. Потому что наше законодательство, оно такое испорченное, что просто так не, раз, ну, не разэтоваться. Община на Балатоне, Венгрии, что себе представляет? 270 гектаров, по-моему, земли. Ферма. Храм большой, божества, Радаши Масундары. Может быть около 20 или 30 домов преданных. И все это поддерживается автономно только преданными. Электричество только входит в одно, провод входит только там, где нужно снять интернет, почту. Во всех остальных случаях община не зависит от внешних вообще. Все свое. Электричество свое, вода, тепло. Сами все сеют, убирают. Огромный холм Гавардхан. Внутри этого холма все ресурсы пищевые там Гавардхан хранит. Вайшнавы проповедуют, выезжают, проповедуют. Ну, тяжело, конечно, очень тяжело, это факт. Но никто не сказал, что будет легко жить общиной. Там это аскеза. Мы привыкли всяким кнопкам, выключателям, всяким там таким. Хотя там тоже это есть, но уже совсем другое настроение. Там все вокруг Кришны делается. Вся община вокруг Кришны. Все только для него. Он в центре всего. Это аскеза, конечно. Мы тоже здесь будем делать это, пытаться. По крайней мере, сейчас уже мы уже думаем об этом, как нам все равно сделать общину. Но имеется в виду, у нас так и уже община есть, но еще мы хотим, чтобы за городом преданные жили, пахали землю, пасли коров, телят, сеяли, собирали урожай. И все это предлагали Кришне, Радхе Вриндаване. Нет ничего невозможного. Нам здесь это предстоит делать. Почему? Потому что Омск — это самый быстро развивающийся город в рамках, имеется в виду, в духовной жизни, в расширении. Не скажу слава, потому что Радхе Вриндаване. Они не могут бездельничать. Они занимаются делом своим, проповедуют сильнее всех. Людей привлекают отовсюду, отовсюду просто привлекают. И все, сейчас нужно создавать условия, где теперь предложение это будет. Община. Ну, раз ведь венгерская община идет активнее, чем индийские общины. Майпуре вот эти большие. Там нет развития. Там поддержание. Это и есть развитие Венгрии. То есть они развились до определенного уровня. Остановили это развитие. И теперь поддерживают это все. Развитие тоже есть. Это тоже часть развития, поддержания. Да. Но что вы скажете? Европа — плохое место для вайшнавской культуры. Европа? Да. Это вообще земля, она это не то место для вайшнавской культуры. Вся планета, она просто юдоль страданий. Прабхупада привел пример. Но в Европе очень много чувственных наслаждений, комфорта, зоны комфорта, богатства. Поэтому там не до аскез, не до практик духовных. Люди просто сейчас не до этого. Они закрываются все. Закрываются, закрываются. На улицах никого не увидите. Города, на улице никого нет. То, что по телевизору показывают, вот так, местами. Я был там, я видел, что там многие города, они пустые просто. Все в квартирах сидят. Есть такой город, на улице вообще людей не увидите никогда. Только машины и все. Прямо с квартиры в подъезд, в гараж, вовнутрь туда, садишься в машину, едешь куда тебе нужно, опять заезжаешь в здание, никаких парковок. В
Все закрыто так, что ничего не видно. На улице никого нет, просто вот какая-то вот, ну, механическая цивилизация ни одного живого существа. Это Европа. Индийские общины вайшнавские хозяйственно развиваются более успешно. Да. Там как раз, ну, самое такое. Потому что там это естественно. Там это естественно. Ну, мы должны помочь людям покупать и восстановить Варнашу Мадхарму. Общины. Они потом возьмут свою будут основу. 10%, говорится, лекции должны быть строиться так, чтобы преданные обсуждали позиции общин. То есть должны обсуждать общины, как строить их, где они должны быть, какого это настроения, что это такое, изучать и повторять. Каждой лекции. Это резолюция NGBC. Нужно, потому что мы не можем быть полными тогда. Мы привлекаем людей, люди приходят и говорят, а где то, что вы говорите? Мы говорим, это в будущем. Это они говорят, мы в будущем придем тогда к вам. Один человек привел сюда теленка. От счастья, что нашел преданных. И подарил их супружеской паре на Виваха Яги, этого теленка. Преданные сказали, как-то мы в девятиэтажке живем вообще. Как нам с этим теленком? Куда он? Этот человек настолько продуманный был, а он так обрадовался, что неужели существуют люди такие, которые не убивают коров и вегетарианцев. Он сам такой просто, но он не знал, что существуют преданные. Коров держит, большая семья, у него коровы и все, за городом живет здесь. Пришел отчасти, вот такой подарок сделал на него. Я ему сказал, ну как-то вот мы здесь в городе живем, куда? Он говорит, не переживайте, я вам еще и дачу подарю, где вы можете держать эту корову за городом. Все равно не сможем. Что мы с этим теленком будем делать? Бычок. Ну что вот делать? Преданный говорит, я понимаю, если бы я жил в деревне, он бы подрос, я бы на нем в храм ездил. На тележке, на этом реке. Дрова бы возил, там, воду бы как-то. Ну в городе как я в храм поеду? Простите меня. Он здесь пожил, конечно, в храме, он там, в Стиганом жил. Это неделю. А потом пришлось отдать его обратно. У нас нет ресурса этого, поддержания коров. И этот человек забрал этого теленка, приехал. И больше после этого в храм не приходил. Ну, такая практика в Волгоградской губернии была. Была сельскохозяйственная община, пожила год, разбежалась, разъехалась. То есть организатор общины принимал москвичей, преданных. Как-то с ними он грубо обошелся, они разбежались, у него община распалась. То есть вот такой горький опыт нашей страны. То есть общины, сельскохозяйственные вообще не приживаются. Всегда за любым таким проектом должен стоять могущественный, харизматичный лидер, который будет это все разгребать. Потому что столько будет препятствий, столько напряжений будет, очень много чего будет тяжелого. И такая личность должна это все поддерживать, разгребать это все, удерживать это все. Если такой личности не будет, община поражена просто на видание. Категоричное высказывание против элементов юги при использовании вайшнавов в своем служении. Как многие говорят категорично к этому плане. Один из первых, который сказал, что йога это необходимая вещь при служении. Это лентяи на самом деле говорят. Что это труд работать над собой в йоге, в асане. Потому что ум куда-то носится постоянно. Это такая аскеза на самом деле. И лентяи, они говорят, йога это не для нас. Но я знаю многих махараджи, которые занимаются йогой. Старших вайшнава знают, занимаются йогой, пранаямой занимаются день через день. Потому что они приняли это как наставление, и все. И они не начинают это осуждать, не рассуждать, там надо, не надо. Нет, просто почувствовали внутри вдохновение. Почему бы это не предложить Кришне? Кришна, это мое подношение тебе, чтобы это тело было здоровым, в конце концов оно тебе принадлежит, это тело. Можно я его буду поддерживать, иногда йогой заниматься,
И Кришна говорит, не-не-не, это майя, не занимайся. Ну что это такое? Это же детский сад просто. Это как взять в аренду квартиру и в ней не убираться. Потом хозяин придет, что скажет? Выгонит тебя и все. Да? Так же из этого тела. Давайте остановимся. Еще раз прочитаем текст. Пранасья шодгае маргам пуракум гакаре чекае праки кулена вачитам яхаст хирам мачанчалам. Чтобы очистить каналы, по которым циркулирует жизненный воздух, йог должен дышать следующим образом. Сначала нужно сделать очень глубокий вдох, затем задержать дыхание и, наконец, выдохнуть. Можно делать то же самое в обратном порядке. Выдохнуть, задержать дыхание на выдохе, а затем вдохнуть. Это необходимо для того, чтобы ум успокоился и перестал реагировать на внешние раздражители. Капила Муни говорит, это необходимо. Шримад Бхагаватам ки? Джай. Шрила Прабхупада ки? Джай. Шри Радха Говинда ки? Джай. Гоура Премана. Хари Бол.